старшая школа, также известная как большой конкурс популярности. Да-да, вечеринка здесь! Вау! Джастин в ударе! Что? Спорим, что я тоже могу быть крутой? Да! Эй, тиктокеры вот так делают! Не смотри на нее! Бум! Это слишком? Мне никогда не стать популярной! Слава богу, уже обед! Надеюсь, все свеженькое! Эй! Эй! Так, мы готовы? О, выглядит ужасно! Вы еще не знакомы с этой кухней? В Японии это очень популярно! Как скажешь! Обожаю осьминогов! Вкуснятина! Только бы не отравиться! Восхитительно! Как ты вообще держишь эти штуки? Такой обед я точно никогда не забуду! Я все утро мечтала об обеде! И да, я взяла с собой кое-что вкусненькое! Кексики, конечно! Это мой самый любимый вкус! Это кексы? Я что угодно сделаю за один из них. Можно мне? Хочешь кексик? Конечно. Отлично. Это избавит меня от вкуса щупальцев во рту. Эй, смотри сюда. Что? Я тоже хочу. Ничего, если я возьму один. Эй, а где мои друзья? Эшли? Но она же ни о чем. Так и знал, что надо было взять бутерброд. Да, Джастин, он совсем один. У меня остался еще один кекс. А? Что ж, пожалуй, не откажусь. Присоединяйся. Это куда лучше сырой рыбы. Он промахнулся, а я сказал ему, что это легко. Потом я пнул точно так же, но только с середины поля. Это как в тот раз. Погоди, что это у тебя? Это? Ну ты типа ее растягиваешь. Прикольная игрушка. А, да, у меня тоже такая есть. Только моя, знаешь, немного побольше твоей. Вау, ага, огромная. А, хорошо пообедали. Эй, хочешь леденец? Ну, нет. Я принес свой. И он типа побольше твоего. Что ж, ладно. Он что, одет в поп-иты? Привет, нравится? Привет, ага, это же поп-иты. О, урок вот-вот начнется. Смотри, какая у меня милая тетрадка. Боже, ты считаешь, что это мило? Погоди. Твоя тетрадь просто однотонная и скучная. Ага, все потому, что мне не нужна милая тетрадь. Моя мимимишность перевесит твою. Поверить не могу, что он принес в школу собаку. Берегись! Ауч! Ау-ау! Что такое? В чем дело? Моя лодыжка! Ты серьезно? После этого? Смотри сюда! Вот это я называю эпичное падение. Серьезно? Не обязательно всех всегда обыгрывать. Этот прикид то, что надо. О, привет! Заходите, ребята! Как дела? Готовы отрываться? А? Я тебя не заметила, Шли. Ничего, что я пришла. Наверное. Спасибо большое! Я никогда не была на настоящей вечеринке. Что это? Какая-то игра? Синий! Давайте сделаем селфи! Это самая крутая вечеринка, бро! Йо-ху! Надо залить это в Инстаграм. Давайте попробуем еще раз. Здорово, тусовщики! Отлично!
Стоп! Я выгляжу ужасно. Давай ты будешь держать телефон. Только сильно не приближай, ладно? Долго мне еще фоткать? Я бы хотел заняться этим. Увидимся. Можно мне присоединиться? Конечно. Ребята, давайте поиграем. Сначала выберите свой цвет. Класс! Что? Моя вечеринка испорчена! Попала! Это так круто! Все готовы? Да, ей точно понравятся эти духи, что я для нее сделал. Ого, поверить не могу, что ты напечатала ее постер. О, это контрольная, пустая трата моего времени. Боже, это она! Ладно, можешь поправить мой макияж. О, твоя кожа просто безупречна. Она подписала его! Она подписала мой постер! Я сделала это из сирени, потому что знаю, что это твои любимые цветы. Она божественно пахнет! Банановая кожура! О, нет! Я спасу ее! Нет! Боже! Получилось! Я спас ей жизнь! Не могу найти нужный карандаш. Что это за топот? Оу! Эй! Осторожнее! Спасибо, что пришли, дамы! Поверить не могу! Я тебя обожаю! Я буду спать с этой фотографией каждую ночь! И это все ради него? О, Эшли! Мой тест! Или, может, вы просто хотите мой автограф? Ведь я так популярна! Пожалуйста, не все сразу! Так вот, держите! Эта девчонка сошла с ума? Ты же знаешь, что это тест, верно? Повезет в другой раз, юная леди! Стойте! Это был тест? О, о чем я только думала? Моя первая двойка! Эй, смотрите на ту плаксу! Чудачка! Стойте, я тоже ставлю автографы, видите? Вот это крутая история! Класс! Вот ваше задание на сегодня. Кто-нибудь попробует его решить? Джастин? Он что, назвал мое имя? О, ладно. Эй, привет, милашка. Ах, Джастин. Вау. Тут как-то жарковато. Думаю, я справлюсь. Смотрите сюда. Несомненно. Я могу смотреть на него вечно. 17 умножить на 5? Как вам такое? Да, невероятно. Браво. 100? Ох, все намного хуже, чем я думал. Да и ладно. До скорого. Выберите меня. Меня. Ну же, я знаю ответ. Эшли? Да, я знаю. На самом деле ответ очевиден. Эшли? Что это такое? Неужели я это вижу? Это заняло немного времени. Но я все решила. Поаплодируем Эшли. Что за показуха? Садись, милая. Да, ты здорово постаралась. Мне стольких надо поблагодарить. О! О, вы только посмотрите, одни лузеры. А, она такая шуткая, бежим. Это было слишком просто. Что за дурацкие фото учителей? Надо внести некоторые изменения. Поехали. Так-то лучше. Что это он там делает? Эй, чем это ты, по-твоему, занимаешься? Да это мне. И забери этот мусор, такой же, как и ты. Прочь с дороги. Мне надо в этот дурацкий кабинет. А ты кем себя возомнил? Убирайся с моего места. О, ненавижу эти уроки.
что уставился? Эй, дай-ка мне свои наушники. Так урок будет более сносным. Обожаю эту песню. Что там происходит? Эй! Так, ну все. Я не потерплю этого на моем занятии. Вызываю подкрепление. Кто посмел ко мне прикоснуться? О, мам, что ты тут делаешь? А что ты делаешь? Мне позвонил твой учитель. Я посылаю тебя в школу не для того, чтобы ты неуважительно относилась к нему. Ого! Какой интересный факт я только что узнал! О, это результаты контрольной! Двойка? Класс! У меня есть еще один шанс узнать что-то новое! Обожаю эту игру! Так весело! Ого! Оу! Мой телефон! Экран разбился! Вау! Как он разрабился! Вот это круто! Да, пора обедать! Класс! Посмотрим, что тут у меня с собой. Стоп! Где же моя еда? Оу, в рюкзаке! Вау! Какая классная еда! Уже не терпится все съесть. О, тут как раз и кетчуп есть. Да, обожаю еду. Еда просто супер. По-моему, ты просто невероятно крутая. Вот это тебе. Будешь моей девушкой? Думаю, я откажусь. Вау! Она так мило мне отказала! А, что за фигня? Надо просто лучше целиться в рот. А, освежает. Ого! Было бы круто выиграть кучу денег. Смотрите на эту форму звезды. Пора начать ее врезать. Это так круто! Гениальная идея! Итак, попробуем. Упс! Не может быть! Она так круто сломалась! Не терпится узнать, что сейчас произойдет! Ты же не думала, что я забыл про твой день рождения? Не подглядывай! Надеюсь, тебе понравится, Эш! Ну, открывай! Ты запомнил мою любимую книгу? Поверить не могу! Спасибо большое! Не за что! Не знаю, готова ли я к этому. Ладно, готова. Рискнем. Я же чувствую его губы. Ау! О, Джастин? Тебе должно быть очень неловко. О, надо отсюда убираться. О, боже. Поверить не могу, что я снова замечталась и упала. Эй! Может, еще есть надежда? О, на этот раз все по-настоящему. Для тебя. Любовная записка, правда? Я тебя люблю. Как романтично. О, Эшли, ты в порядке? Ага. Просто передай дальше. Это для нее худший день в моей жизни. Это мне? Эй, отпусти! Что там написано? О, я тоже люблю тебя, сладкий. Когда это закончится? Нет, у кроликов не бывает клыков. О, будильник! Надо вставать, пока не опоздал в школу. Привет! Опаздываем, да? Стоп! Где все мои вещи? О, нет! Я все забыл дома! Блин! Эй! Не одолжишь мне ручку или карандаш? О, ладно, держи! Вечно ты все забываешь! Фух, что за денек! О, нет! Мой обед! Я забыл его на кухне. Поверить не могу. Почему мне кажется, будто кто-то на меня смотрит? Поделись кусочком, пожалуйста. Ладно, ты знаешь, я терпеть не могу, когда ты делаешь такое лицо. Отлично, пора на следующий урок. Ух,
успел. И на этот раз я ничего не забыл. Стоп, секундочку. О боже, моя голова! Где моя голова? Да. Стул готов к использованию. Уютное кресло на месте. Парте требуется чистка, дезинфекция и украшения. Готово. Ого! Что это такое? Привет! Это место свободно? Эй! Наверное, это значит да. Не слишком-то дружелюбно. И! Как здорово! Натуральная кожа. Зона парты была нарушена. Мэм, пожалуйста, освободите зону отдыха. Ладно, ладно. Боже. Вы забыли свои книжки. Окей. Я должна сидеть здесь? Придется довольствоваться тем, что есть. Стоять! Вы Джастин? Произвожу сканирование. Эй, ты же меня знаешь. Так-то лучше. О, идеально. Мой напиток уже готов. Трубочка. Отлично. Вот как надо ходить на уроки. А в школе не так уж и плохо. Да, Эшли? Итак, класс, поприветствуем нашу новую ученицу. Эшли, поздоровайся со всеми. Новенькая? Странная. Привет. Надо как следует ее поприветствовать. Смотри. Приятно со всеми познакомиться. Оу, мои учебники. Оу. Ничем не бросаться в классе. Это не я. Эти мальчишки никогда не слушаются. Простите. Ладно. Привет. Блин. Она в порядке? Ой-ой. Стойте, нет. Мне так жаль, простите. Я только пройду вот здесь. Простите. Простите. Наконец-то! Я умираю от голода! Налетай! Эй, можно я съем твой второй бургер? Я такая голодная, что как-то съела все так быстро. Ладно, держи. Хотя я уверен, ты уже гору еды съела. У меня снова все кончилось. Как это вообще возможно? Ладно, забирай мой последний бургер. Переживу. Какой напряжный фильм. Эй, подвинься. Да я тоже сяду. Ого, и ты вот это вот смотришь? Как напряженно. Стоп, почему она ест мой попкорн? У нее же свой есть. Она уже доела свой. Ладно, я готова это сделать. Начинаем подъем гантелей. О, как тяжело. О, бутерброд, не откажусь. О, шоколадный батончик, не откажусь. Пончик, обожаю пончики. Надо запить его фантой. Вау, тренировка – это сложная работа. О, я так хочу есть. Этот урок никогда не кончится. Что? Почему ты на меня так смотришь? Что? Нет, у меня нет никакой еды. А у тебя есть снеки? Я умираю от голода. Нет. Мне надо что-то съесть, иначе я просто умру. Ах, соли не хватает. Ладно, смелее. Подумаешь, новенькая в классе. Привет, я новенькая. Новенькая? У меня нет на это времени. Кто-то новенький. Какая-то ботанка. Не думаю, что у меня получится вписаться. Ладно, тогда просто сяду. Она выглядит бедно. Мне грустно даже просто смотреть на нее. Ненавижу быть новенькой в школе.
я даже не знаю, зачем я здесь. Деньги и все. Подумаешь. Сыр. Что ж, с этим можно работать. Ага, вот так. К счастью, у меня есть палочки от леденцов. Втыкаем их в сыр и разрезаем его на три части. Окунаем кусочки в яйцо, а затем в муку. И, наконец, в сухарики. Помещаем сыр в горячее растительное масло. Осторожно помешивайте кусок, пока он не станет золотисто-коричневым. Ммм, выглядит чудесно. А теперь сервировка. Очень даже неплохо. Дай мне телефон. Упс, извините. Не знаю, за что я тебе плачу. Алло, мне нужна помощь. Что? Я в отпуске. Так бы сразу и сказала. Ясно, пора взяться за дело. Сменим одежду. Я ухожу. Куда ты? Эй, ты мне не мама моя. Я скоро вернусь. Но я же волнуюсь. Ладно, иди. Это так классно. Прямо как в былые времена. Эй, это она? Да. Ладно, ничего сложного. Похоже, она отвлеклась. Пс, давай сюда деньги. Я стою недешево. О, боже. Где твое блюдо? Это проигрыш. Что? Поверить не могу. О, мой сыр, он пропал. Настоящий шедевр кулинарии. Чудесно. Пятерка с плюсом. Мне? Ах, спасибо. Это нечестно. Мне повезло. Давай откроем вместе. А? Тут ничего нет. Подожди секундочку. Вау! Ингредиенты для бургера. Спасибо большое. А как же я? Можно мне что-нибудь? Что? А, точно. Это еще что? Только хлеб? Так нечестно. О, божечки. Не продукты, а катастрофа. У меня даже есть черный хлеб. Минуточку. Мне понадобится стакан. Вырежем из хлеба идеальный кружок. Вот так. Здорово. И положим его между двумя другими кусочками. Ну, мне кажется, похоже на котлету. Вряд ли это поможет тебе победить. Сейчас я сделаю настоящий бургер. Кладем салат, потом сыр, котлету и помидоры. Вот так. Идеальный бургер готов. Я точно выиграю. Что такое? И зачем мне кастрюля? А, поняла. Нужно положить внутрь бургер. Гляди, он готовится при помощи магии. О, кажется, все. Вау, он стал золотым. Даже драгоценные камни есть. По-моему, это вообще нечестно. Итак, судим последний раунд. И что это такое? Хлеб? Скорее бы попробовать этот золотой бургер. Ну как? Очень вкусно. Фу. Пора голосовать. Мы голосуем за Сару. Опять? Это несправедливо. Какой классный челлендж. 3, 2, 1. Эй, просто шучу. Ладно, откроем вместе. О, золотистый хлеб. Это простая еда, но если включить воображение, может что-то получиться. Что же мне сделать? Тосты? Нет, я даже не знаю, как жарить тосты. Ничем не могу помочь. Ну и ладно. О, кажется, есть идея. Это может сработать. Кладем хлеб на алюминиевую фольгу, добавляем сыр и накрываем другим куском хлеба. Сворачиваем фольгу вот так. Хорошо, что дальше? О, точно, я сейчас вернусь. Зачем я вообще стараюсь? Где же он? Ага!
Ничего страшного, я просто одолжу утюг. Ммм, отличная сосиска. О, я знал, что кетчуп найдется. Что такое? Моя сосиска! Эй, проснись! Я тебя уже предупреждал! Я не ворую сосиски! Не представляю, что с этим делать. Ты гладишь белье? Как я об этом не подумала. Ну, конечно, мои драгоценности. Разумеется, мэм. Мне нужно чаще ходить в спортзал. О. Все такое красивое. Вот эти будут отлично смотреться. Украшу цепочками хлеб. Готовить так прикольно. Золота много не бывает. И это твоя идея для блюда? Последний кусок. Впечатляет. О, мой сэндвич. Нельзя, чтобы он пригорел. Так здорово пахнет. Выглядит невзрачно. О, нет. Не могу его поднять. Слишком тяжелый. Ну что, девочки, покажите ваши результаты. О, вот это да. Отлично. Наконец-то. А что у нас здесь? Несъедобно. Двойка. У тебя нет чувства вкуса.